Это вопрос, он, в принципе, очень простой, хотя очень много на эту тему говорят. Но мне кажется, все лукавят, по большому счету. Потому что все лежит на поверхности, на ладони. Надо просто обратиться к истории, и к нашей истории, к российской, ну и к другим государствам, наверное. Всегда национальная идея была построена на объединяющем, на объединяющем начале. И любое противопоставление, неважно на чем оно, или на социальном уровне, или там на религиозном, или там на расовом, всегда вело к развалу государства, и в конечном счете многие империи заканчивались на этом. Поэтому здесь все очень просто. Государство надо строить, чтобы все в нем было справедливо, чтобы человек любой нации, любого социального положения, любой религии чувствовал себя равным гражданином. Все. Вот вся национальная идея. Много очень лукавит на эту тему. Мне кажется, любому образованному человеку это ясно. Потому что в истории можно пойти, посмотреть и найти много фактов, подтверждающих именно вот это.